Всем приветики, мы немножко в Стамбуле. Вот, пока еще тут мы плутаем, путаемся. Три аэропорта, оказывается, здесь. Я всегда думала, что два. А мы вот в этот аэропорт прилетели. Сейчас мы на метрошечке едем вот сюда вот. Куда-то там в центр, в общем. Вот, в Анталию мы будем летать с этого аэропорта, где-то на той стороне. Макс думал, что мы в этот аэропорт прилетаем, а мы оказались вон там. В общем, тут целый квест. Это парад. Здесь, значит, на 1, 3, 5, 7, 15 дней. Безлимитку, короче, только можно оформить. Вот, стоит это... Сейчас покажут ценники, мы что-то не хотим за такие цены брать. Вот. Будем сейчас что-то пытаться, а здесь только с купюрами. Пришла добрая тетенька, помогла нам купить карту. И здесь, короче, мы вдвоем можем ездить по одной карте. Только мы положили 100, а карта одна стоила 70. Мы сможем пройти по этой одной? Ну, ты пройдешь, потом я пройду. Пришли позавтракать с видом на голубую мечеть, на Айс-Софию, на Босфор. Вот. Цены тут, конечно, повыше, но за этот вид, я думаю, стоит того. Ну, мы тут особо не шиковали, конечно. Мы взяли тут завтрачек такой на одного, поднялись сюда наверх и решили, что это будет лучше, чем позавтракать где-то вот... в ниже расположенных кафешечках. И людей тут, кстати, нет. Ну, может, из-за ценника, может, из-за того, что кто-то не хочет заморачиваться или там наверх идти, хотя это странно. Мне кажется, с таким видом позавтракать очень красиво, очень приятно. Вот. А вчера вечером мы наконец добрались до нашего отеля, прошлись по центру. То есть мы на метро от аэропорта там доехали, как и планировали. Вот, и там пешочком мы по этой вот всей исторической, скажем так, части прошлись. Могли на трамвае, конечно, проехать, но у нас там
с пополнением карты проблемка возникла, опять же, потому что это надо было наличными, только можно пополнить ее в тех терминалах, которые там были. У нас кэша с собой нет. Ну, вот, сегодня мы, я надеюсь, где-то сейчас обменяем это. Здесь-то попроще будет сделать, конечно, днем. Вот. Вечером, кстати, тоже можно было где-то, по-моему, обменять. Там какие-то обменники были, ну, что-то как-то не стали заморачиваться. Вот. По поводу сим-карты, значит, первую попавшуюся вчера зашли, там 700 лир озвучили турецких. Мы решили, что это дорого, полазили в интернете, там 250-350, вот такие цены. Вот. Потом, значит, у ресепшиониста, администратора, короче, нашего отельчика спросили, она нам вообще про ценник 850 сказала, что это как бы стандартная цена, поэтому мы вчера вообще думали, нужна ли нам эта сим-карта, Макс сказал, что нужна, потому что, ну, так вот, мало ли чего, чтобы в кафешке не заходить постоянно, потому что, опять же, ну, дороже выйдет, чтобы, извините меня, ради интернета куда-то заходить поесть. Вот, поэтому пока думаем, интернет, наверное, нам нужен будет, да. Вот, ну, идем сейчас гулять, смотреть. А в отель мы приехали, у нас вообще этот номер наш на 4, за 4 ночи обошелся в 16 тысяч рублей, а вот, и он где-то там, ну, в цоколе был номер, она нас почему-то поселила наверху, вообще в другую комнату, и, я так поняла, не будет нас выселять, она нам озвучила доплату про 25 евро, но там человек нормально по-русски, то есть разговаривает, вот, и она как-то так перешла на то, что, ну, вам же не надо за это платить, как бы, поэтому, типа, если я вам в первую ночь вас переселю туда, потом на следующий, там, что-то какие-то условия были у нее, ну, короче, мы не совсем поняли, но в итоге она нас так и оставила сегодня в этом номере, я не знаю, платить мы, конечно, не собираемся, если там что-то возникнет в конце, вот, ну, в общем, все нам пока нравится. Вчера вечером мы, конечно, подуставшие были, сегодня уже это все более радужно выглядит. Вот, исторический вот этот вот центр, конечно, красивый. Вид прекрасный, да, на Султан Ахмед. Вот, мы сидим, прям восторгаемся. Это та самая голубая мечеть, да. Сейчас я сижу, смотрю как раз на Ай-Софи. Вот, и вот сзади бас. Все, идем гулять. Thank you.
Очень нам понравилась голубая мечеть. И внутри, и снаружи, она, конечно, очень эффектная. Вот, и пришли уже к Айсофии. Мальчик из ресторана назвал ее украинской. С чего? Макс его переспросил, христианской, может быть, он? Да, да, христианской. Конечно, два синонима такие. Вот, и, значит, подошли к Айсофии, тут огромнейшая очередь. Ну, и мы решили мне не стоять, сейчас пойдем на базилику Цистерна. Вот, а потом, может быть, вернемся уже к Айсофии. Может, и не зайдем тут, там, по обстоятельствам. Ну, вот эту вот так громадную, конечно, очередь стоять не хочется. Сейчас я малую часть только ее покажу, а там далеко-далеко, там вдаль протекает. И причем, если в голубую мечеть заходили, там прям она, ну, движется, то есть динамичная очередь, а это прям стоит, они как порционно пускают. Это я, конечно, не люблю. Вот этот Цистерна тоже, тут базилика тоже, тут огромная очередь. Мы в голубую мечеть просто вот за китайцами встали и вписались в эту очередь. Там как-то все шли, но нам никто ничего не сказал. Вот, мы очень быстренько просочились. А тут что-то как-то... Как-то что-то... Сыкотно вставать. Отдают по голове. Just a pain when you felt it all. Oh, something tells me that I won't miss it. It's the first time that we can't fix it. It's irreversible damage done. The thrill is gone. Ooh, baby, I know why not you. You chose to keep the truth inside. Дворец Топкапы мы сегодня тоже не попадаем. Что значит тоже, потому что мы в Айсофию, может быть, вечером еще попробуем как-то, может быть, поменьше очередь будет, не знаю, в общем, попасть как-то, если нет, то, может, другой день, может, но не попадем, вот, а Топкапы сегодня выходной, единственный день недели, вторник, выходной, завтра попробуем. А это мы зашли в Цистерну, их здесь, ну, не одна, не та, только единственная базилика. Еще вот такая вот маленькая в парке Гульханы. То есть тут темно, такие колонны и вниз водичка. Прошлись по Галатскому мосту, посмотрели на Галатскую башню издалека, ну это мы когда в такси поедем, наверное, туда, ближе к этой башенке подойдем, может быть, сберемся внутри, там, минарет, не минарет, как там это называется, ну, в общем, на вершину башни внутри, вот, возможно, посетим, может быть, просто посмотрим, вот, а здесь мы тут прошли, тут по типу нашего Москвы Багратион, только не закрытый, а открытый, там, значит, ресторанчики на ресторанчике. Посмотрели цены, немножко ужаснулись и ушли оттуда, в общем. Нам удалось найти терминал, где мы смогли оплатить, пополнить, вернее, баланс карты еще на 200 турецких лир. Вот, и идем сейчас
куда-то на общественный транспорт. Зашли перекусить фастфуд. Может, конечно, все съели? Вот. Короче, что мы придумали? Не придумали, вернее, что сделать. Макс уже накануне поездки читал, что можно, оказывается, симку замутить на почте. Вот. И тут мы, значит, идем и видим почту. Вот. Ну и заходим, соответственно, туда. И там и деньги обменяли. Вот. $200 у нас получилось. В турецких лирах это 5300 с чем-то там, вот, и нам, значит, сим-карту сделали, вот эту именно не Turkcell, или как он там называется, вот, а PTT-Cell, ну, то есть почта, ну, как нам сказали, что действует по всей территории Турции, ну, будем надеяться, что зона покрытия, в общем, нормальная, вот, ну, я думаю, мы в тех местах будем, где все-таки будет все ловить, нормально работать. Вот, за 385 турецких лир мы ее себе купили, все у нас работает, все раздается прекрасно и, в общем, все хорошо, мы довольны. 25 гигабайт интернета, 750 минут, 750 смс и плюс там еще какие-то бонусы. Вот, нам, значит, сотрудник почты все это активировала, все помогла сделать. В общем, мы счастливы и довольны. Теперь можем как люди себя вести. Вот, а то у нас мы к одному месту подойдем, там только кэш, еще что-то там, только то, только это. Интернет нас не ловит, надо что-то посмотреть. Теперь у нас хотя бы все нормально.